Всем приветики! С вами Милис, и мы продолжаем играть House Flipper 2. Так, и мы продолжаем обустраивать домик. Если что, мы его начали обустраивать позапрошлой серии, мы через серию обустраиваем домики. То есть серия у нас какие-то задания, серия у нас домики. Что ж, я тут чуть-чуть похимичила, я не помню, что именно изменила, но вот тут я все покрасила, все сделала. Дальше вот это я вот сюда добавила, немного интерьерчика сюда. Как бы, знаешь, недорого-богато, но нормально, смотрит неплохо. Как бы это не особо богатый домик, как мы видим, это не двухэтажный, как у нас. Дальше, что? Момент есть, кому-то не понравился наш светлый диван и ковер, а он слишком сливается. Ну, я попробовала сейчас поменять, по цветам сделать одинаковое или темное и темное, не нравится. Вот все же мне нравится светлый ковер, подходит под стены, и тогда выделить диванчик, сделали темный. Но тогда к диванчику что-то надо, типа пуфика темного, чтобы как бы он не был таким выделяющимся. Вот эту бадью мы куда-то, я не знаю, уберем. Без понятия, куда ее, куда ее убрать на самом-то деле. Вот туда какой-то пуфик, я не знаю, бы поставить. Можно было бы по музыке, чуть-чуть погромче. Так, вот, типа такого пуфика и типа... нет, можно другой цвет, пожалуйста. Можно другой цвет, пожалуйста. Это все слишком плохо. Ну, кстати, зебра крутая. Крутая, кстати, зебра, блин. Может, такой диван сделать? А ну-ка. Копировать стиль. Тебя. Вот. О, ёпта! Слушай, заходишь такой, прикольно, прикольно тут. Слушай, что-то в этом есть. Что-то в этом, кажется, есть. Как думаешь? По-моему, что-то в этом есть. Вот так вот все спокойно, красиво. А потом бац! И типа такой, вау, какой у тебя классный диван. Ух ты! Его точно все заметят. 100% его все заметят. Вот так вот можно пройти. Отличненько местечко имеется. Тогда можно где-то вот так вот переместить. Пуфик, например, вот сюда поставить. Куда-то. Вот. Вот такой проходишь. Классный, блин, пипец. Вот. Вот так. Так. А, интересно, он еще сюда влезет, если такой же... Он влезет, но это, думаю, будет перебор. Это будет перебор. И это будет перебор. Ладно, пусть здесь стоит. Хотя, может, пусть здесь стоит. Нет. Короче, здесь слишком мало каких-то элементов дизайна. На самом деле, даже те же шторы. У нас в House Flipper первой части было куча штор, жалюзь и тому подобное. Здесь же нет, оно выглядит очень голо. И я без понятия, что и как с этим сделать, и как это обыграть. Ну, реально, выглядит ни о чем. Так, я бы сюда поставила какой-то длинный шкаф. Но давай это на потом оставим. Потом здесь этот интерьерчик добавим. Всякие цветочки, фигню какую-то. Я тут кондишку повесила, кстати. Чуть-чуть позапихивала всякого такого жилого. Как будто здесь кто-то есть. Чуть-чуть определилась в кухне. Я постелила вот такую вот плиточку. И думаю, неплохо будет такой цвет сочетаться. Как раз-таки сейчас вот перекрасим. Это, знаешь, чтобы долго голову не ломать, не думать в ролике, какой цвет хочется, как будет сочетаться. Я попробовала уже сделать. Руки чешутся, понимаешь? Ужас. Что поделать, чешутся руки. Я такое люблю. Мне в кайф такой. Красота. Вот. Вот. Я не знаю, тут будет шкафы, тут, в принципе, видно не будет, так что можно там и не красить. Как обычно мы всегда делаем в жизни. Там, где что-то будет стоять, мы туда не клеим обои и не красим. Для экономии. Обои всегда покупаем мало. Недорогие, запасов мало. Так, ну вот эту штуку я продала потом. Так, а стоп, нам еще бы вот это покрасить. Подожди, вот. Вот это, вот. Вот, вот так вот. Угу. Вот так вот.
И вот так. Оп. Ага, тут у нас беленькая. Нет, будет вот такой. Хотя беленькая смотрится ничего так. Ну ладно. Что сделано, то сделано. Блин, я вот жду, когда уже будут выпускать какие-то новые патчи классные. Не для глаз. К игре. Что-то будут добавлять новое, потому что, ну, мало-мало всего. Ну, реально, ну, мало, очень мало. Еще сыро, очень сыро. Ну, это ладно, мы покрасим, у нас краска имеется, не будем жалеть. У нас все качественно происходит. То вдруг они захотят рисол поставить неожиданно. Вот, отлично. А плитку я продала? Плитку я продала, да. Я не подумала, что можно еще вот сюда пустить. Молодец. Гениально. Гениально. Молодец, Мелина. Все хорошо. Потолочек, кстати, можно будет покрасить. Ага, вот у нас белая краска. Давай покрасим потолок. Он у нас такой страшный. Там изганный. Или можно даже какие-то панели поставить. Идея хорошая, но у нас уже там везде крашеный потолок, поэтому не будем перебивать это. Уже давай в следующем домике будем потолок какими-то панелями вкладывать. Сказать. Вот. Все, красиво. Эта скляночка, это не моя. Это не моя скляночка. Так, кухня. Какая у нас будет с тобой кухня? Что думаешь, какая? Какого цвета? Ну, вот такой бы, вот неплохо смотрится. Но цвет другой мы сделаем тогда. Да. Ага. Нет, это не то. Это не то. Вот мне вот это вот нравится. Знаешь, не слишком дешманское, но и как бы не слишком дорогое. Все же домик такой, средний. Вот это мне почему. Вот мне кажется, вот это пойдет. Ну, кстати, ну да, мне нравится. Неплохо. Давай-ка возьмем мойку какую-то. Так, мойка у нас будет, не знаю, ну пусть будет здесь вот моечка. Так, чем она отличается? А ничем. Ничем. Давай вот такую возьмем. О. Ну, немного сливается. Слушай, но цвет мы можем, если что, в любой момент поменять. Давай пока просто тогда поставим. Вот, шкафчики. Или вот такое. Или вот такое. Давай просто поставим. Цвет-то мы сможем всегда поменять. Ну, ничего. Давай холодильник сначала возьмем. Холодильник, бытовая техника. Бытовая техника. Кухонная вытяжка. Вот, нам бы вытяжку купить. Вытяжка это нужное дело. Как-то оно... Вот есть кухонная. А, это прям такая старенькая. Так, холодильники. Не, давай вот такой. Да не, давай обычный холодильник. Вот. Вот, обычный холодильник. Нормально смотрит. Неплохо. Так, и вот сюда что-то еще надо... Где у нас кухня? Кухня. Где у нас кухня, ёпта? Это. Вот это. Так, и туда еще что-то надо. Давайте по вот такую шкафчику. Не влазим, надо что-то поуже. Нет, надо что-то побольше. Вот. Mm,
Давай теперь попробуем поменять стиль. Изменить стиль. Так. Так. Что у нас тут есть за шаблончики? Ну, это то, что у нас есть. Смотрится. Посмотри. Посмотри, 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 посмотри. Это то же самое. Это то же самое. Слушай. Слушай, это... Уйди, пожалуйста. Вот так. А! Ладно. Это то же самое. Представляешь? Да, типа вот здесь... Ага. Но можно выбрать другой цвет фасада. Любой другой. Блин, мне это мешает. Уйди, пожалуйста. Уйди вот тут. Белый всегда смотрится. Он мне всегда нравится, на самом деле. Но думаю, нам надо... Иначе будет слишком много вот такого цвета. Ну, вот этот. Давай, наверное, все же остановимся на вот этом. Наверное, остановимся все же на вот этом цвете. Давай. Так. Это у нас вот он цвет. И столешницу мы поменяем как раз-таки на тот, который у нас есть. Вот. Стоп. Вот. А? А? Ох, как красиво-то. Так, ладно. Мы уже сделали, что мы хотим. Вот так. Очень лаконично. А если у нас в хате будет тут, в этом доме все сливаться, все одинаково, ничего. Так и задумано. Одинаковый дом, все. Так, это вот так вот, а это вот так вот. Вот. Ну. Ну, слушай, ну а что? Нормально. Хорошо смотрит. Еще бы сюда. Вот это сделать. Так. Теперь у нас бы что-то интересное запихивать. Так, теперь нам бы что-то типа вытяжки реально. И что-то наверх. Что-то наверх. Узенькое. Давай сначала вытяжку возьмем. Так. Давай не самую дешманскую вытяжку. Давай вот эту вытяжку. Как она вообще ставится? Впервые такую вытяжку. Ау. Дальше. А, какой-то узенький нам нужен шкафчик навесной. Узенький навесной. Тумба. А, они все как тумбы считаются. А, вот навесные шкафы. Это, по-моему, маленький навесной шкаф как раз-таки. По-моему, да. По-моему, это он и есть. Как нам его запихнуть? У нас проблемы. У нас с тобой проблемы из-за этой грёбаной вытяжки. Давай-ка вытяжку вот так вот. А это вот так вот. Вот. Эта текстура чуть ломается. Ладно. Нам-то еще нужна плита. У нас-то варочной поверхности нет. Вот, давай вот тут как раз-таки посерединочке будет у нас. Место для готовки, все нормально, отличненько. И вот сюда, блин, у нас здесь дыра, мне это не нравится. Может, нафиг эту вытяжку? Может, нафиг вытяжку? Так, а давай-ка я поменяю вот эти два. Мне не нравится. Вот. Или я могу вот так вот вытяжку запихнуть? Ну а чё? Ну а чё, смотрится? Смотрится круто. Может, это так и задумано, слушай? Мне ж не рассказали, как ее ставить надо. Может, так и должно быть. Хотя кастрюлю теперь не поставить большую. Да. Да. Наворотили. Ну, не мы с тобой. Не мы с тобой, поверь. Это не мы с тобой сделали. Так, ладно, давай навесной шкаф. И мне какой-то нужен узенький. Вот, давай попробуем... Вот так вот сделать. А-а-а, чуть-чуть. Чуть-чуть. Не хочет. Вот.
Почти, почти, почти. Снова навесной шкаф. Блин, ну это уже будет такая конструкция веселая. Но ничего, всегда в доме должен быть огроменный шкаф, в котором будет храниться непонятно что. А это мы заделаем плиткой. Мне нужна плитка теперь, прекрасно. Так, мне это дублировать надо. Ага. Так, хорошо, покупаем плитку. А, плитка. Плитка. Нет, плитка. А, плитка. Плитка, пожалуйста, мне нужна плитка. Так, покупаем. Раз. А, смотри, что делаем. Берем. А, копировать, копировать стиль. И вот сюда вот. Ладно, я походу сейчас... Сейчас, давай сделаем, смотри. Да, все будет. Я пытаюсь понять, как этим пользоваться. Раз, два. Нет. А, его зажать надо, блин. Ладно. Мы еще не научились этим пользоваться. Хорошо, а теперь... Теперь вот так вот сделаем. Так, вот тут вот, естественно, положим, и вот тут, вот так. А, смотрится неплохо. Ну, вот тут вот, вот тоже вот поделать. Там. Угу. Вот, ну, думаю, сойдет. Хотя, можно до потолочка попробовать сделать. Ну, да, красота неописуемая, конечно. Ну, ладно, нормально, сойдет. Я думаю, неплохо. Да нормально. Я тебе говорю, нормально. Пойдет. Главное, чтобы это все не запачкало. И все, тогда у нас все будет отличненько. Так, дальше у нас будет где-то какой-то стол. Я не знаю, где будет этот стол. У меня есть мысль маленькую здесь выложить. Но думаю, не стоит. Ладно. Нет, но это все равно слишком. Это все равно слишком. Подожди, подожди. Слишком, слишком. Вот. Вот так. Да, пусть будет вот так. Ну, это можно чуть-чуть маленькой. Вот маленькой доложить. А тут не доложить, видишь? Ну, ладно, значит, так и будет. Значит, так оно и будет. Либо можно вот сюда доложить. Тогда, может, уже и сюда. Может, тогда уже и сюда. Ну, слушай, тогда теперь все нормально. Тогда теперь у нас все нормально. Можно прямо и туда. Интересно, интересно. Слушай, пусть будет, пусть вот так вот и будет. Всё. Всё. Да, слишком много плитки, слишком всего. Ну, кажется, это... Я не знаю. Это слишком, это перебор. О, божечки, как же сложно. Как же сложно с этим быть. Всё, вот так вот делаем. Вот так вот вставляем. А там мы плиточку тоже выбираем. Не надо нам плиточку, все. Вот это мы заделаем. Вот так вот. Все. Ничего и не было, все. Мозги у нас в порядке. Так, давай стол купим какой-то. А, поскольку домик небольшой. Сколько у нас комнат? Так, у нас раз комната. А, выход. Ага. Ванная. Слушай, у нас одна спальня. Получается, это дом на двух человек. Все. Значит, тут два. Стула хватит. Значит, маленький столик у нас будет. Хочу какой-то прикольный. Да, можно и такой, кстати. У нас, вообще-то, лавандовый дом. Вообще-то. Как не очень. Кругленький тоже не то. Такой себе. Да. И что бы нам купить? Это у нас обеденный стол.
Он слишком большой. Он слишком большой. Нам такой не подойдет. Табуретка вообще. А у нас есть нормальные столы, ребят. Нормальные столы. Столы, пожалуйста, стол. Констольные, рабочие столы, обеденные столы. Вот. Мне нужны обеденные столы. Нет. Нам нужно что-то маленькое. Понимаешь? Что-то маленькое. А, ну-ка. Где сиденье? Вот. А, скамейки, стулья. Стулья. Байк. Какие? Ну, слушай. Ай! Ой! Ой-ой-ой! О! Блин, ну... Прикольно. А? Просто у нас здесь мало места, а мы, получается, обыграли пространство. Ну, хорошо ж вроде обыграли. Неплохо. Да, думаю, неплохо обыграли пространство. Так, давай теперь что-то наподобие этого вот всего. Нам надо позапихивать. Так, прихваточки какие-то, я не знаю. Так, нам тут нужно много всего на самом деле. Ой, ты божечки. Так, кстати, бокальчики. Давай купим бокальчики. Вот сюда поставим. Так, конечно, не очень ровно, но тут почти невозможно их нормально поставить. Ладно, думаю, хватит. Ага. И теперь можем... Это что? Стакан. Габлин стаканчики. Ну, давай теперь стаканчики поставим. Отлично. А вообще бы еще полочку сделать. Так, ну, тут мы не будем ничего. Наверх. Так, нам бы еще какой-то чайник. Можно вот такую штуку поставить? Давай беленький. О, можно... Вот сюда мы можем это сделать, кстати. Серединочки, вот. Хлебница. Так, я бы хотела корпус беленький. Беленький. Это беленький. Давай хлебницу будет вот здесь. Мы как раз тут кушаем. Пусть она вот тут. Пусть стоит, пусть стоит. Дальше, что у нас тут имеется? У нас есть электронный чайник. Тут как раз лавандовый. Мы любим лавандовый. А это электронный или как? Это электронный. Окей. Вот бус здесь стоит. Так, сахарница. Сахарница рядышком стоит. Так, что у нас тут еще имеется? Кубочку давай вот сюда вот положим. Кухню мы на самом деле еще прям не обустраивали. Еще ни разу. Поэтому очень интересней. Так. Что у нас еще есть? Сушилка. Сушилка для... Ну, если только она вот сюда зайдет. Нет, она сюда не зайдет. Ссылки, значит, не будет. Дальше. Что у нас тут еще? Чашка, пьеве. Дай мне эту вашу чашечку. О, вот это. Оп. Оп. Опачки. Дальше, что у нас тут? О, кофемашиночка.
Нет, это слишком много здесь всего. Давай его тут поставим, пусть будет. Дальше. Вот это, скорее всего, вот сюда, например. А эти перехваточки вообще куда-то повесить, на самом деле. И бы куда-то повесить, реально. А куда? Непонятно. Непонятно. Так, доска там разделочная, например, вот тут стоит. Дальше у нас тут. Это вот будет валяться. Валяется. Так, ну слушай. Где там фрукты? Где там фрукты? Мне нужны фрукты. Вот. Так, раз фруктик. А, вот. Два фруктик. Апельсинчики там всякие, мандаринчики там, так сказать. Вот так вот. Пусть будет. Так, вот так вот. Сейчас там лимончик. Лимончик. Еще лимончик. И вот как бы еще лимончик. Что у нас тут? Яблочки. Яблочки тоже надо. Тоже надо яблочки туда позасовывать. Так. Ого. Ого, банан левитирует, ё-моё. Ё-моё, у нас банан левитирует, но это не камильфо. Банан, у тебя все хорошо. Ладно. Не трогаем банан, у него свои приколдесы. Ну, ляж ты куда-то. Ну, возьми. Ладно. Трогаем его. Ну все, так. Цветочек. Давай маленький цветочек возьмем. Делаем. Как раз таки. О! Вот. Ну, это не цветочек. Ну, думаю, ничего. Так, теперь цветочек. Нам мне бы горшочек маленький. А, ну как обычно, у нас проблемы с маленькими горшками. Я забыла. Я забыла. Как я могла забыть? Да ёпта. Ёпта. У них реально проблемы с маленькими горшками. Малые. Вот. Это не маленький горшок. Миниатюрные. Вот. Вот что мне надо. Мне нужны миниатюры. Вот. Вот так вот. Вот. И еще чуть побольше. Вот. Теперь мне нужны цветочки. Маленькие. Газы. Они могут залезть. Дальше. Что у нас тут? Вот такое имеется у нас. Вот пусть здесь будут. И что-то и наподобие этих. Вот. Оп. Оп. Ну, все, неплохо. Кстати, нет, что-то со стенами. Надо украсить стены. Так, еще что-то наподобие декора какого-то. Ой, надеюсь, сильно задело. Что-то у нас связано с едой. Что бы нам подошло, как думаешь? Книгодержатель. Точно не подойдет. Точно нет. А, лягушонок. Ну, такое себе. Котейка тоже нет. Рак. Ну, слушай, нормально. Сойдет. Пусть будет рак. Там торчит плитка, но мы сделаем вид, что мы ничего не видим. Ну, ладно, давай закрасим. Давай закрасим вот там все. Все. Мы ничего не видим. Все. Кухня готова, как по мне. Очень неплохо и реально уютненько. Неплохо. Неплохо. По-домашнему. Все хорошо. Поэтому дальше мы вот это все продаем. Нет. 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 Подожди. Продать. Продать. Так. Дальше поехали. Это мы типа более-менее все сделали. Вот давай сюда перейдем, в эту комнату. Так, что это у нас? Нет, мне тут надо почистить. Оп. Ага, у нас света нет. Света-то у нас нет. Здесь у нас будет спальня. Зеленый цвет меня вообще не устраивает. У нас все же лавандовый дом. Лавандовый. Давайте-ка без этого, пожалуйста. Без ваших зеленого. Это что такое? Продать. 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 Отлично. Первым делом берем выключатель.
Первым делом берем выключатель. Он у нас в освещении. Мне нужны... Вот. Переключатели света. А мне бы какой-то... Ну, ладно, стандартный. Стандартный. Хорошо, потолок у нас будет, как обычно. Потолочная лампа вот такой. У нас везде эта тематика имеется. Дальше. А теперь нам надо провести электричество. Провели электричество, включили электричество. У меня идея появилась. Знаешь какая? А теперь я сейчас тебе покажу. Предлагаю вот эту стену вот этим зафигачить. И потом остальные сделать лавандового цвета. Вот это можно будет, может, белую. Посмотрим. Давай поглядим, что у нас получится этого. Давай, наверное, вот так. А там у нас будет немного другая. Очки. Где я получила очки? Нигде. Наврали нам. Мы не получили никаких очков. Ладно. Теперь беру вот это. И вот сюда. Дверку закрой, пожалуйста. Чтобы никто не подсматривал. У нас здесь вообще-то... Ладно. Ладно. Стопэ. Нет, это не то. Стоп. Это не то. Это не то. Мне нужна вот эта штука. Мне нужна... Мне надо как? Заменить или копировать. Вот. Мне вот это вот надо. Вот. Вот. Мне чуть-чуть вот это вот как бы надо. Вот, вот. Вот что мне надо. Вот. Они разные. Окей. Видишь? А чтобы эти прямо ложились, они должны в одну сторону быть повернуты, а другие в другую. Вот оно что. Теперь нам придется вот эти вот брать, чтобы сделать здесь вот так вот. Офигеть. И как этот момент подгадать, я без понятия. Я реально без понятия. Потом сделать мимо, без копирования. Надо будет как-то... Я не знаю, я реально не знаю, как это надо будет сделать. Так, ну, мне нравится. Мне нравится. И смотрится неплохо. Давай дальше определимся по цвету. Слишком светлый? Нет, что-то надо вот... Вот этот цвет. Да. Ага, отлично. Берем самый темненький. Кстати, мы его можем продублировать. Дублировать. Отлично, мы дублировали... Почти ничего. Прикольно. Хорошо. Вот здесь мы сделаем такой цвет темненький довольно. А ту переднюю стенку мы все же сделаем светленьким, как у нас в зале. Думаю, будет неплохо. Что же у нас тут лавандовый стиль? Надо придерживаться. Забираем. Так, поехали. Лишь бы краски хватило. Точно мне хватило краски. Так, ага. А там сделаем светлый. А какой из них светлая? Стоп. Какая из них светлая? Блин. Так, вот это продать вообще? Какая из них светлая? Вот это? Да. Отлично. О, красивый оттенок, слушай. Как бы и не темный, и светленький. Почти как белый. Очень спокойный. Нормально. Неплохо смотрится. Оп. Прекрасно. Возьмем еще чуть-чуть. И вот это покрасим. Оп.
Давай-ка вот здесь подкрасим. Нам еще надо будет вот тут изменить. Видишь, какой светленький. Ой, темный. Так, вот здесь светленький проведем. Думаю, надо темненький. Ну ладно, пусть будет светленький. Пусть будет светленький. Готово. Так. Что у нас тут? Времени остается не так уж много. Давай изменить стиль. Подоконник нам нужен как раз тюб. Вот. Значит, я тут неправильно. Вот. Вот, теперь вообще идеально, слушай. Идеально. 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 Лучше не бывает. Не бывает. Так, это сюда, это вот сюда. Угу. Стоп, давай быстренько какую-то кроватку купим. А, дом, шкафы, кровати, какую-то... Вот, кстати, а давай вот такую. Давай реально вот такую возьмем. А почему бы нет? Белую? Нет, я что-то с деревянным. И думаю... Оу. Оу. А ну-ка. Оу. А, неплохо. Неплохо, слушай. Только я бы... Так вот. Да. Всё. Вот так вот, одинакового цвета. Ну, неплохо, прикольненько. Так, что у нас тут по маленьким каким-то шкафчикам? Навесные шкафы, функциональные, нет. Хранение, маленькие, средние хранения, низкое хранение. Малое хранение. Вот маленькое хранение, тумбы. Тумбы какие-то. Да, давай вот такие тумбочки. Нормуль. Пойдет. Здесь у нас можно шкаф влепить большой прям. Прям какой-то большой шкаф. Это что такое? Это что такое? Это кто такой? Мы тебя не звали. О! Прикольно. Прикольно. Так, сюда мы можем, кстати, повесить, знаешь что, зеркальце. Думаю, здесь мы можем зеркальце сразу повесить. Пока у меня есть идея, давай это сделаем зеркалом. А, картины для пола, картины, стоящий декор, настенный декор. Зеркало. Вот. Вот, зеркало. Отличненько. Дальше у нас что? Что мы можем еще тут сделать? Хранение, кстати, все еще хранение. Я предлагаю туалетный столик вот тут маленький сделать. Давай-ка сделаем маленький туалетный столик. Он не здесь, скорее всего. Такие эти тумбы-юмбы. Консольные столики. Консольные. Маленькие столики. Наверное, типа такого. Оно большое. Оно очень большое. Оно большое. Оно большое. Нам надо что-то другое. Что-то не то. Что это? Это... Где у нас здесь эти столики-то? Косметические. Вот. Такого. Вот. Такого, кстати. А можно, кстати, поставить и правда напротив окошка. Ну, бы и нет. Смотрится тоже ничего. Только здесь надо стиль поменять. Это опять не дуб, это желтое дерево. Желтое дерево нам не очень нравится. Так, и давай еще столик поставим. Стул, 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 стул. Стулья, стулья с сиденьем. Нет, что-то мягенькое, мягенькое что-то. Что-то мягенькое, да?
Вот. А ну-ка, оно пойдет? Кстати, оно пойдет, только на другого цвета. Или, может, беленький? Нет. Нет, нет. Мне не нравится. Кресло. Это слишком. Это слишком. Вот, вот такой. Ёпта. Вот такое поставим, но сейчас цвет, думаю, изменим. Это перебор. Хотя... Но это, наверное, перебор. А по цвету у нас что? Ого. Не, давай. Не, давай пусть будет просто белый. Просто белый. Так, тут у нас будет сейчас куча косметики. Сейчас зеркальце какое-то поставим. Так, снова зеркала какие-то мне нужны. Только уже, которые будут стоять. И где они? Нафиг нам окно? Слушай, реально, зачем нам, кстати, второе окно здесь? Ну, это не перебор? Ну, это не перебор, а? Я думаю, это реально перебор. Нам бы, наверное, его просто убрать. И все. Думаю, да. Думаю, надо бы убрать. Слишком много два окна. И тут, и там. Тут соседи будут смотреть на нас. Тоже, ладно. Все, давай-ка на этом приостановимся. Мы, получается, почти эту комнату сделали. Осталось все просто обустроить. Декорчика добавить. Все такого. Так, кухню мы сделали. Очень уютно, в принципе, неплохо. Но вот это странно выглядит. Ну, что поделать? Что поделать? Что есть, то есть. Это выглядит странно, я тебе скажу. Да, здесь мы что-то допоменяем. Нет, это надо поменять, серьезно. Это надо поменять. Не катит. Пусть будет лучше так. Не знаю, пусть лучше будет так. Все, давай это больше не трогать. Все, давай на этом приостановимся. Продолжим играть уже через одну серию. То есть через одну серию пойдем продолжать обустраивать этот домик и продадим его. Все. В следующем ролике мы пойдем уже на задание. Так что спасибо тебе за просмотр. Не забудь свой царский лайкосик. Мне будет очень приятно. И напиши в комментариях свои идеи, мысли и все, что у тебя может накопилось за серию. Так что все. Ссылочки, кстати, в описании канала. И всем пока-пока.